Всем привет! Сегодня на обзоре, как я и говорил в предыдущем видео по Самуре, сегодня у нас на обзоре недостающий ножик из комплекта Гольф Самура Накири. То есть это такой вот японский топорик. Вот Самура Накири, по-моему, это универсальный нож, это замена шефа, это лучше шефа, ну, по моему мнению. То есть им удобно как что-нибудь нарезать, как по овощам он хорошенько пойдет. Для шинковки, для мелкой нарезки, да, для чего угодно. Вот. Салатик, порубать что-нибудь, там миска подрезать. Также им можно что-то поднять и перенести. Вот, это просто шикарно. То есть, как такая вот лопатка. Порезали, подняли. Обыкновенным, стандартным шефом по типу вот такого вот. Это сделать, ну, можно, естественно, так же можно, но этим, по-моему, удобней. Вот, притом у него нет вот этой вот длинной дзюбы, и во многих случаях он реально удобней. Также этим ножом очень удобно идет, скажем, по хлебушку, вот. По поводу нарезки мяса, ну, конечно, вы можете взять кусочек колбаски, оттяпать, положить его на хлеб, покрыть помидоркой, помазать мазиком, будет вообще супер. Но что-то вроде бы этот нож лучше, этот топорик лучше что-то овощное. Вот прямо хочется, вот почему-то, знаете, держишь его в руках, и прямо хочется нарезать что-нибудь овощное. По поводу держания в руках. Рукоятка очень прорезиненная и очень такая вот ухватистая. Вот. Материал рукоятки полипропилен, а клин у нас сделан из АУС-10. Имеет твердость 60 единиц по рокволу, что, в принципе, очень даже неплохо. По поводу высказывания, откуда у этой стали такая твердость, вот загалки такая твердость. Кроме марки стали, еще есть термообработка, которая с маркой стали, ну, никак не вяжется, за исключением тех моментов, что определенные стали определенно обрабатываются, но 60-ку АУС-8, АУС-10 спокойно держит. Вот. Значит, длина у нас общая 305 мм. Длина клина у нас 167 мм. А ширина в самом широком месте 50 мм. Это отличное дополнение для набора, который у меня уже есть. Гольф, вот, который я приготовил в подарок своей дочери. И, собственно говоря, я просто в восторге от ножей. Естественно, я ими смог попользоваться. И у меня тоже есть набор. Вот, но у меня харакири. Но мой накири немножечко поболее будет. Вот, посмотрите. Мой немножко пошире. Поэтому, наверное, мне просто им как-то более удобно работать. Вот. Но это тоже, он шикарен. Ребят, он шикарен, он отлично держит заточку. И матрешку отлично резать. Конечно, зимние помидоры дрянь полная. Вот.